разрекламировала бойню номер 5, конечно же, сама села перечитывать. И теперь же мне надо все вам рассказывать. Цитирую. Историк Маккей рассказывает нам, что первый крестовый поход детей произошел в 1213 году. Тогда двум монахам пришла в голову замечательная идея собрать детей в Германии и Франции и продать их в рабство в Африку. 30 тысяч детей вызвалось тогда отправиться, как они думали, в Палестину. Должно быть, это были какие-то беспризорники. Папа Римской церкви, Иннокентий III, тоже думал, что их отправляют в Палестину, и пришел в неописуемый восторг. Он воскликнул: «Дети бдят, пока старики дремлют». Большая часть детей была отправлена на кораблях из Марселя, половина из них погибла во время кораблекрушений, остальная половина была продана в рабство. Ну каково, да? «Дети бдят, пока старики дремлют».